Ja, капитан. Коперникус Лесли Кварк. Идите за мной, с Нидом Макмарсом! Аплодируем нашим героям! О да! Мы подготовили для вас особенное представление! Начиная с меня, и заканчивая подарком-сюрпризом Рэтчету от Кланка! Обязательно всем рассказывать. Подарок? Мне? В честь чего? О, скоро увидишь. Он дожидается нас на головной платформе. Что ж, тогда не будем тянуть время. Началось на планете Белл. Я жил Рэкет. Неуемный изобретатель с жаждой приключений. Тем вечером небо нежданно рухнул корабль Кланк. Рэкет спас детективного робота. И сейчас наши герои разрушат этот праздничный пакет. Как можно забыть вторжение ларгов на Кера, демонстрирует зрителям, как метко ты умеешь стрелять. Ну, еще нужны боеприпасы, конечно. И вот, наконец, зал героев спасен. Эй, я нашел Ломбокса! Так, а это реконструкция какого эпизода? У тебя такая большая награда, Ломбокс! Рэтчет, по-моему, это не часть представления. Нас назначили награду? Надеюсь, это не из-за моего подарка. Скорее, нужно добраться до головной платформы. Магнитные ботинки! Тебе и геройствовать не придется, а? Наверняка за этим стоят бларги или крагмиты, или... Доктор Нефариус. Да не! Нефариус вышел в отставку еще раньше нас! Можно перелететь. Там еще эти громилы! Нужно спешить, а то кто-нибудь пострадает! Я вижу еще отряд! Вот он! Давай сюда! Это классная награда! Let's go!
сбить этот десантный корабль. Настоящего момента в истории.